В Торонто во время наезда минивэна на пешеходов пострадала гражданка России. Об этом стало известно только сейчас. 91-летняя Александра Кожевникова, ветеран труда, живущая в Канаде у родных. Ей пришлось перенести операцию, но теперь, по словам врачей, пожилая женщина идет на поправку. Что произошло в понедельник, Александра Кожевникова не помнит. Трагедия случилась в разгар дня. Микроавтобус выехал на тротуар и начал давить прохожих. Погибли 10 человек, пострадали 15. Преступника удалось задержать.